Добрый день, уважаемые подписчики, спортсмены, любители всех мастей, особенности восточных единоборств. Мы продолжаем наши тренировки. Гоша, мой ассистент, по-прежнему с нами. Гоша, поприветствую зрителей. Итак, продолжаем тренироваться. Сегодня прекрасное время. Время суток, я бы сказал. День, светло, и вам будет все отлично видно. Вот Гоша, он готов к труду и обороне и к любым превратностям судьбы. Так вот, противник наносит... Ну, давайте повторим, да? Противник наносит удар правой рукой. Что мы делаем? Мы делаем шаг вперед, шаг к противнику, мы с ним сближаемся, уходим немного влево и заходим ему за спину. Отвалился пацан. Так, не так повесил. Спина надо, чтобы все нормально. Ушел, ударил. Это мы, так скажем, повторение мать учения. Надеюсь, вам все видно. Солнце не слишком ликует. Записываю в реальном времени. Все, для вас специально. Поэтому какие-то накладочки могут быть, уж меня извините. Ушли, ударили, забрали, прошли коленом в пах. Еще раз. Ушли, ударили, пах. Дальше ваши действия могут быть совершенно любимы. Помните, да? Все то же самое. Сейчас. Куда? Хорошо.